главный тренер СФГУ Шиманский Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, заключительный день турнира. Не получилось одержать победу, но и не проиграли, можно сказать. Чего не хватило в сегодняшней игре? Да не хватило еще одного забитого гола. Вот и все, для победы не хватило. Да, ну, второй тайм чисто мы переиграли соперника. Немножко перестроились после первого тайма, где-то ребят успокоил, потому что очень много хотели. Когда очень много эмоций, тогда решение принимается неправильно. Поэтому то, что и сказалось в первом тайме, те ошибки, которые были. Да, мы первые 20 минут проиграли центр поля, мы проиграли подборы. Хотя мы знали, что в этом Тула как раз здесь сильна. Ну, а в том тайме, я говорю, не нужно было ничего. Просто несколько нюансов указали. Указали, как правильно перестроиться, как правильно закрывать вот эти полузоны, которые мы, у нас появлялись, где была опасность. И забили во втором тайме. Как в целом для вас прошел турнир? Да только самым позитивным образом. Команда была настроена только на позитивный результат. Я говорю, мы от каждой игры идем от игры к игре. И вот следующий, даже вот сегодня мы сделали краткий анализ этого года. 19-й год, мы ни одной игры не проиграли, мы набрали максимум очей, мы все туры, которые были, мы выиграли. То есть я считаю, что мы на правильном пути, и мы ждем с нетерпением 20-й год и те соперники, которые нам интересны для выхода. Планируются ли какие-нибудь изменения в команде в зимний перерыв? И как вообще команда будет проводить этот зимний перерыв? Ну, ребята разъедутся, те команды, которые есть, разъедутся. Я сейчас и пожелаю ребятам отдохнуть сначала хорошо, потом хорошо подготовиться. И опять же, еще раз скажу, что у нас 31 марта первая игра как раз и с Екатеринбургом. И хорошо подготовиться, и я думаю, что ребята будут готовы. Мы просто подведем, сделаем кое-какие корректировки и готовимся. Спасибо большое.